Облсберком напоминает, до выборов осталось 3 дня. Тем временем в регионе продолжается досрочное голосование для тех, кто по уважительной причине не сможет прийти на участки 14 сентября. С сегодняшнего дня и до 13 сентября избиратели ждут в помещении участковой избирательной комиссии. В будние дни с 16 до 22.00, выходные с 10 до 6 вечера. Бланк заявления о досрочном голосовании можно получить непосредственно на месте или скачать с официального сайта облсберкома. При себе необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ.